В данной ситуации, как мы это победили? Для того, чтобы не было никаких подрезок, при возведении перегородок вы делаете. И что важно, чтобы ваше зеркало – это самый практичный и надежный вариант. Какой еще есть нюанс, когда у вас кухня совмещена с окном? Категорически против этого решения. Еще смотрите, какой момент важный. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в жилом комплексе «Сердце столицы». Это двухкомнатная квартира. Мы закончили ремонт, смонтировали мебель, установили кухню. Сейчас будем делать влажную уборку. И у нас есть 5-10 минут для того, чтобы записать видеообзор по этой квартире, после чего мы будем сдавать квартиру нашему заказчику. Квартира у нас площадью 80 квадратных метров, состоит из кухни, совмещенной с гостиной, просторная спальня, огромный санузел и коридор, который имеет очень интересную форму. Он совмещен и с кухней, и с гостиной, и поэтому есть возможность переходить из одного помещения в другое по разным маршрутам. Мечта миллионов россиян – это кухонный гарнитур, который подходит к окну. Проблема данного ЖК в чем? Не проблема, а нюанс. То, что окна достаточно высокие, да, вот вы можете посмотреть, что у нас окно падает туда вниз, да, и столешница немного выше, чем само окно. Тем не менее, мы с этой задачей справились и сделали достаточно интересное решение. Какой еще есть нюанс, когда у вас кухня совмещена с окном? Противники этой вообще идеи что говорят? Что когда у вас здесь стоит варочная панель, вы жарите, варите, коптите, все это летит на окна, потом это нужно все мыть. В общем, непрактично. В данной ситуации, как мы это победили? Мы просто варочную панель взяли и сместили чуть дальше от окна. У нас как раз там есть фартук, выложенный из керамогранита. И после готовки вы можете спокойно взять все, помыть. Это достаточно практичное решение. Поэтому вы можете у себя ставить столешницу рядом с окном, совмещать эти вещи. Но должны понимать, что варочная панель у вас должна быть немножко влево-вправо от оконного пространства. Керамогранит в виде шестиугольников, я их называю пчелиные соты, это всегда был тренд. Наши заказчики любят интегрировать эти элементы в свой дизайн-проект. И эта квартира не осталась без внимания таких интересных вещей. Поэтому вот в данном случае мы сейчас находимся на кухне. Здесь у нас зона, которая возле кухни сделана из шестиугольного керамогранита. А здесь у нас паркетная доска. Вот посмотрите, как мы сделали интересный стык. Бесшовный, в один уровень. Стык промазали специальным герметиком, который используется в данном случае. И вот когда вы ходите, вы абсолютно не чувствуете этого перепада. Да, то есть та зона кухни, где вы сидите, обедаете, у вас паркетная доска, условно теплое покрытие, да, а там, где у вас условно влажная зона, у нас она сделана в виде керамогранита. В целом получилась очень интересная картина, я думаю, что вы оцените. Еще важный момент по поводу фартука. В классическом исполнении фартук, это у нас там высотой 68 сантиметров, да, в районе вытяжки он делается еще немножко больше. Так как у нас нету кухонных шкафов, потому что здесь сделано окно, мы фартук решили поднять до самого потолка, а также сделали откос, который над самим окном тоже выполнен в керамограните. Вот сейчас у нас несколько проектов в работе, в которых заказчики хотят сделать раздвижные двери. Причем раздвижные двери встроенные. Там специальные кассеты, делается фальш-стена, и дверь заезжает в стену. Категорически против этого решения. Это настоящий пылесборник. Вы никогда туда не залезете, не помоете пыль, не пропылесосите. И сколько вы будете жить в этой квартире, столько вы и будете дышать этой пылью. Если у вас раздвижная дверь носит явно декоративную функцию, вы понимаете, что никакой шумоизоляции от этой двери не будет, то вариант с накладными раздвижными дверьми – это самый практичный и надежный вариант. Потому что эту конструкцию можно легко помыть, там, при надобности разобрать, обслужить, и она практически вечная. По всей квартире у нас уложена инженерная доска, в скобочках массивная доска, паркетная доска. То есть производитель на упаковке написал абсолютно все слова, которые созвучны, которые идут вместе со словом «доска».
Это чисто маркетинговый ход. На полу у нас лежит инженерная доска, которая приклеена при помощи специального клея на фанеру, которая в свою очередь также приклеена уже на подготовленное основание. Здесь у нас основание – это стяжка, сделанная по маякам. Доска уложена под 45 градусов. Этот способ укладки позволяет не делать углы в квартире 90 градусов. То есть если у вас укладка доски происходит параллельно каким-то стенам, для того, чтобы не было никаких подрезок, при возведении перегородок вы делаете стены параллельными, да, и там, где нужно, уже при штукатурке делаете углы 90 градусов. В санузле понятно, что 90 градусов они как бы всегда. Если есть желание упростить проект, то можно сделать раскладку под 45 градусов, и тогда вам не понадобится выравнивать все стены и делать углы под 90 градусов. Есть один минус на этой квартире. Мы не посоветовали нашему заказчику электрокарнизы. Вот посмотрите, какое у нас большое пространство под окна, да, то есть слева у нас практически там 4 метра, справа стена 5 метров, да, 4 оконных блока, большое количество штор, и это все нужно сдвигать, раздвигать вручную. То есть если бы здесь бы стояли электрокарнизы, это все было бы намного проще. Но я думаю, что мы с заказчиком поговорим и исправим эту ситуацию. Люстра у нас в комнате светодиодная в виде созвездия Сириуса. И вот посмотрите, она подвешена на таких тоненьких медных проводках. Вот, они сейчас немножко изогнуты, но со временем, через месяца 2-3, под тяжестью люстры они распрямятся, и тогда будет люстра выглядеть просто бомба. Сейчас мы находимся в спальне. И что хочу сказать, она небольшая, но при этом здесь все поместилось, и я бы назвал бы, что это оптимальный вариант конфигурации спальни, по моему субъективному мнению. У нас есть кровать двухспальная, слева и справа у нас тумбочки, есть высокий подголовник. Это у нас пошло из стиля американская классика, вы знаете, что мы уже в нем профессионалы, очень много роликов на нашем канале конкретно по этому стилю. Вот, если продолжить про это, что это определенный тренд, и сейчас это модно. Ничего не имею против моды. Напротив кровати у нас висит телевизор, и по бокам, слева-справа, у нас идут шкафы и полочки для каких-то мелочей, и здесь, соответственно, для одежды. Ну и, естественно, куда сейчас без скамейки, на которую можно присесть, раздеться, переодеться, очень удобно. Она сделана из качественного материала, из такого же, который сделан подголовник. Это в целом красиво гармонирует, поэтому практично и красиво. Перейдем к ванне. Здесь у нас поместилась и ванна, инсталляция, просторная раковина. Под раковиной у нас расположена стиральная машина, зеркало во всю стену с подсветкой. Плитка у нас темных тонов, размером 60 на 60 сантиметров. Чувствуются нотки гранита, но не явно выраженные. Если будет интересно название, я вам отвечу в комментариях. Хоть сейчас и 2021 год, но тем не менее остались еще споры по поводу, какой должен быть полотенцесушитель, водяной или электрический. Ответ однозначный, только электрический. Его можно заказать как обычный, так и дизайнерский, хромированный, черный. Можно по ралу, чтобы вам покрасили ваш индивидуальный цвет, который вы выберете, практически любой полотенцесушитель. В данном случае у нас дизайнерский полотенцесушитель выкрашен под наши требования. И посмотрите, его поверхность шероховатая, такая же, как и наша плитка. Смотрится очень гармонично и стильно. Зеркало в ванне должно быть с подсветкой. Это сейчас достаточно современное решение и используется повсеместно. Еще один важный момент – это размер зеркала. Вот в данном случае мы используем размер от одного края стены до другого. Если бы у нас здесь было зеркало 68 сантиметров, то вид бы был бы совершенно другой. Да? За счет такого большого зеркала у нас увеличивается объем, увеличивается пространство, и когда вы здесь находитесь, вам кажется, что это помещение намного больше, чем оно есть по факту. В классическом исполнении шкафы в коридоре выглядят вот так вот. Они глухие, без ручек, иногда есть зеркала. Смотрите, что пожелал заказчик сделать здесь. Здесь такая же раздвижная перегородка. Там у нас есть пространство, которое используется как шкаф. При этом стекло немножко приглушено. То есть, если стоять присматриваться, там видно вещи. Но при первом взгляде, при быстром взгляде, этого не видно. Интересное решение, и оно смотрится намного привлекательнее, нежели обычное классическое решение. Поэтому, если у вас есть возможность поставить раздвижную перегородку за место обычного классического шкафа, пожалуйста, не пожалеете. Помимо раздвижных дверей, у нас в проекте двери скрытого монтажа. И стены у нас
белого яркого оттенка, и чтобы двери у нас не сливались со стеной, мы сделали окантовку черным цветом. Смотрится очень интересно и эффектно. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!